20-летнего Балашовца, подозреваемого в сбытии фальшивых денежных купюр, оперативники задержали в июле этого года. Молодой человек признался, что приобрел в сети интернет 10 фальшивых достоинством по 5000 рублей каждая. В дальнейшем он покупал на эти купюры телефоны с рук. Для этого задержанный искал через интернет подходящее объявление и договаривался с продавцами о встрече. Таким образом, фигурант расплатился поддельными деньгами за 3 смартфона в Саратове и 1 в Энгельсе. Мобильные позже он перепродал в Саратове и Балашове, получив за них от добросовестных покупателей настоящие деньги. Следователями Следственного управления МВД России по городу Саратову расследовалось уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Октябрьским районным судом Саратова вынесен приговор. Обвиняемый признан виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей. А мы, в свою очередь, хотим еще раз обратиться к гражданам и рассказать, как отличить фальшивые 5000-ные купюры от настоящих. Первое, на что следует обратить внимание, это так называемая микроперфорация. Она находится под гербом, расположена. И в случае поддельного денежного билета на оборотной стороне, вот здесь вот наблюдается и ощущается, осязается взъерошенность, скажем так, бумаги, поскольку при изготовлении подделки, как правило, преступники прокалывают иголочками эти места. Далее, на что следует обратить внимание, это защитная лента. В случае поддельного денежного билета ее очень легко, скажем так, поддев иголочкой, вынуть. Она совершенно спокойно отходит. Следующее, что можно, на что следует, вернее, обратить внимание, это защитные волокна, так называемые. Они расположены по всей купюре, как с лицевой, так и оборотной стороны. В случае поддельного денежного билета они представляют из себя изображение. То есть это не волокно, которое находится в толще билета, а изображение этого волокна. То есть можно просто присмотревшись увидеть, что это изображение, волокно не настоящее. Андрей Багаев, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.